Всем привет, с вами UF Design, меня зовут Александр, и это видео будет о том, как перенести локальную установку WordPress на живой сервер, сделать это максимально быстро, эффективно и удобно. Чтобы не обременять вас долгими демонстрациями, я уже все заранее сделал, перенес. На локальной машине у меня уже есть VP-тест, директория, в которой установлена установка. Здесь VP-тест, локальная база данных, тоже уже настроена. Поэтому непосредственно перейдем к... Так, тут у меня тоже установлена тема One, но просто для того, чтобы потом мы проверили, что на самом деле мы именно эту установку WordPress перенесли. Ключевым элементом здесь будет являться плагин Backup WordPress. Я ссылку привожу в описании к видео. Но на самом деле я здесь и покажу. BWP-MD. В общем, очень удобный плагин, который переносит весь WordPress. Не за вас, конечно, но помогает это сделать. В инструментах резервные копии появляется отдельное подменю. И можно сделать тут настройки, импортировать и базу данных, и файлы, и расписание. Сделать только вручную, но на самом деле можно поставить и ежедневный бэкап. Я советую вам это сделать, это очень, как бы, ну, хорошая такая практика. Но, тем не менее, просто давайте пока оставим как есть. Ну, для тестирования зальем, может быть, пару фотографий каких-нибудь туда, чтобы, опять же, видеть, что мы там что-нибудь то перенесли. Вот пару обложек скринкастов залью. И теперь делаем непосредственно резервную копию. То есть запустить сейчас жмем. Буквально какое-то такое недолгое время будет. Все, можно загрузить. Мне прям в загрузке сейчас падает файл. Все, мы его упал. В нем, как вы можете наблюдать, полностью установленная WordPress и файл SQL, который нам нужно будет в наш хостинг, в базу данных импортировать для того, чтобы все посты, если они есть, и вся мета-информация о текущей установке тоже сохранилась. И я уже создал базу данных на нашем хостинге, на медиатемпле. Вот она, DB, там, бла-бла-бла, VP-тест. И сделал домен wp-uwebdesign.ru, чтобы мы сейчас могли это все наглядно посмотреть и в живом времени, что называется, пощупать. Для этого нам нужно еще кое-что подготовить. Здесь есть wp-config файл. Ну, наверняка вы о нем уже знаете. Нам нужно его чуть-чуть подправить. Сейчас я вам покажу, как. Вот так выглядит этот файл, когда мы его еще только извлекли из архива с бэкапом. Нужно изменить, естественно, пользователя, пароль и все на то, который у нас на хостинге. И кроме непосредственно всех credentials, что называется, нужно еще дописать две строчки wp-home, wp-site-url, чтобы он сразу в базу данных прописал при установке адреса тех платформ, ну, в общем, адрес того домена, который мы подготовили. Сейчас напишу. wp-uwebdesign.ru. Все, после того, как мы этот wp-config сохранили в нашем архиве, мы можем закидывать это все на сервер с помощью FTP. Я сейчас нахожусь в директории wp-uwebdesign.ru на сервере. И прямо напрямую в HTML я ставлю задание закидывать все, кроме SQL файла. Вот, все на сервер закинулось, и теперь нам нужно импортировать базу данных в наш хостинг, поэтому я захожу здесь в страницу базы данных, на самом деле у меня уже зайдено, секция админ. Он открывает мне утилиту phpMyAdmin моего сервера и сразу же уходит в ту базу данных, в которой мне нужно править какие-то изменения. Я перехожу в
базу данных VP-тест. Она в данный момент пустая, поэтому я делаю импорт. Здесь выбрать файл. И выбираю из нашего архива SQL-файл, который я до этого экспортировал из локальной установки. Просто жму ОК. Здесь все довольно-таки быстро происходит. Да. Ну и пробуем. Я так думаю, уже все будет работать. Все работает без проблем. Наш WordPress перенесен. Если мы перейдем в админку, то убедимся, что нас пускает под тем же самым логином и паролем. В медиафайлах находятся те же самые две обложки, о которых уже говорил ранее. Ну, давайте добавим какую-нибудь запись. Всем привет! Я перенес свой локальный WordPress на этот домен. Не забывайте подписываться на новые видео и ставить лайки. Пусть будет это стандартный пост. Хотя пусть будет изображение, какая разница. Это все. Так, не выберите файлы из библиотеки, использовать вот этот вот. Здесь у нас удобный редактор. 530. Публиковать. Даже выберу сейчас вот такой вот вид. Все, локальный WordPress полностью перенесен. Можно смотреть, выбирать, думать, как это применить в реальной жизни. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, как вы считаете, стоит ли продолжать ролики про WordPress. Я их на самом деле в любом случае буду продолжать, просто интересно, что кому больше придется по душе, работа с плагинами, с темами, может быть, администрирование, оптимизация запросов к базам данных, настройка кэширования, это все можно записать. И всем удачного дня, пока!